Во Франции приспущены флаги на всех госучреждениях. Страна скорбит по убитому в Алжире Эрве Гурделю. Пятничная молитва в Парижской соборной мечети была посвящена осуждению преступлений экстремистов. Представители мусульманской общины Франции выступили с заявлением, в котором говорится, что никто не имеет права совершать преступления, прикрываясь именем ислама. Мы выступаем против действий этих безумцев, которые обезглавливают людей. Мы не можем оставаться равнодушными, мы потрясены. И неважно, какую религию мы исповедуем, это касается не только мусульман. Человечество не может поддерживать такое варварство. Я пришел сюда, чтобы заявить, произошедшее в Алжире не имеет отношения к мусульманству. Это не мусульмане, а бандиты, которые хотят денег. Все жители Алжира осуждают этот варварский поступок. Власти Франции усилили меры безопасности во всех общественных местах. Военные в полной экипировке патрулируют вокзалы, места скопления туристов и все значимые памятники. 50-летний Эрве Гурдель был похищен и убит в Алжире боевиками, связанными с Аль-Каидой и так называемым «Исламским государством».